have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, поехали в ежедневные Барселоны у нас сегодня, ну пойдем в бар. Спасибо, ребятки, что пишете комменты, отвечаете, очень приятно читать, особенно когда задаешь какие-то вопросы, а вы потом берете, отвечаете, на самом деле очень приятно, огромное спасибо. Насчет того, кто как что правильно, неправильно делает, ну тут я с вами согласен. В принципе, каждый играет как может, и потом открывает для себя какие-то моменты. Вот. Приятно было услышать ваше мнение насчет метро, кому что нравится, кому какой транспорт нравится. Так что отдельное спасибо всем, кто отписался, всем, кто высказал свое мнение. Продолжайте так делать и в дальнейшем. Всегда интересно вести диалог со своим зрителем. Также, пожалуй, приятно знать, что вам интересно это смотреть. Ну, в любом случае, вы голосуете за это своими просмотрами, и это все очень сильно отображается, заметно. Так что, да, отлично, что вы с нами. Спасибо. Итак, дейлик у нас сегодня вроде обычный, на первый взгляд. Кстати, замечание про короткие линии мне тоже понравилось. Возможно, я сегодня попробую его где-то попробовать использовать. Пока что мы будем гонять кольцевую, а потом, если какой-то мост или что-то, посмотрим. Есть какая-то ачивка, типа, чтобы прожить на одной линии первую неделю? Ну что, у нас там уже суббота скоро будет. Ну, кстати, пока что вроде как получается. Правда, у нас линия уже практически перегружена, потому что всего одного локомотивчика не хватает. Но у нас он... Я хочу дотянуть до воскресенья, но его нафиг. Хочу посмотреть, что нам дадут. Тут один день остался. Треугольнички, кружочки, квадратики. Ну, в принципе, все пока идет по стандартной схеме. Нам не дают квадратов, нам дают все остальное. А квадрат у нас типа как центрального хаба, куда все свозится потом. Ну, много пассажиров, которые туда потом едут. Хотя сейчас, когда я говорю про это, сейчас на карте ни одного пассажира, который хочет в квадрат. Давайте вагончик. Сразу сюда же. Ну, уже чувствуется напряг, подождите. Сейчас я хочу немножечко еще дотянуть, пока у меня есть возможность дотянуть. Я хочу попробовать дотянуть, насколько это резиновая платформа, насколько в нее можно запихать много чего. Просто один локомотив с одним вагончиком пока что обслуживает всю кольцевую. А вот теперь можно вот сделать вот такую штуку. Попробуем эту фишку сейчас с короткими линиями. Посмотрим. Гляньте, кто у нас появился. У нас еще один квадрат появился. Да ладно. Пассажиропоток у нас неплохой, в принципе. Ну-ка, мы сможем оттуда всех забрать, потому что там же круглых еще высадят. Тут сейчас от треугольных избавятся. Вот, а треугольники уже, смотрите, там все кружки мы не заберем. Или... он квадратов фиолетовым пересадил немножко. Хорошо, хорошо. Удобненько. Пересадка прошла успешно. Один лишний локомотив. Может хватит выеживаться, я думаю. Вот давайте мы запустим его в эту сторону. Пусть в противоположную идет и сбрасывает потихоньку.
Потому что, мне кажется, мы доиграемся. Тут уже прям пошли эти треугольные экспрессы. Так, вагончик мне, пожалуйста, в студию. И второму тоже дадим вагончик. Он у нас по красной будет два в разные стороны с вагончиками, а фиолетовый... Может, фиолетовый потом немножечко разогнать. Посмотрим, как она будет. Фиолетовый делает вообще самую простую работу. Он берет квадратных на треугольный, треугольный на квадратных, и все хорошо у человека. Добавлю им одну станцию, что-то он. И давайте, наверное, даже вот так вот ее продлим до сюда, до этой станции. Может быть, даже с этой станции немножечко снимем напряжение. Вот так вот сделаем. Потому что просто не то чтобы степень загрузки, а скорость локомотивов достаточно низкая, поэтому пока он туда доедет, пока он все это выгрузит, проще, чтобы туда приехал кто-то другой. Блин, такой музончик прикольный. Ну, я понимаю, что это не музончик, что это звук посадки-высадки. Он такой... Как ambient sound. Кстати, тут даже саундтрек писать не надо было. Оно достаточно хорошо работает. Нет! Зачем? Ну вот, что ты наделал. Ну, кстати, а тут даже всех не заберет сейчас. Знаете что, по пути должен быть квадрат, чтобы хоть как-то высаживать можно было. Так, локомотив. Оу, два тоннеля. Блин, у меня уже два есть. Черт. Да, я возьму их. Я понимаю, что я могу за это поплатиться, но... Я возьму их. Нужно вот так перекроить немножечко. Смотрите, внизу красное, насколько забито. Да, там уже перегруз. Мы его сейчас снимем, этот перегруз, да, но... Давайте откроем третью линию. Через все станции, и кругляшки у нас будут на окончаниях. Ну и хорошо, в принципе. Пока что выглядит норм. На фиолетовой линии не достает вагончиков. И зеленую вот сюда. И тогда может на зеленую, может на... Сейчас посмотрим, как будет появляться, как будут появляться станции. Пока красная все равно немножко перегружена. Мы с самого начала перегружали, поэтому сейчас, так сказать, просто как итог. Фиолетовый, опять же, можно закольцевать. Я думаю. Не будет проблемы. У нас там два этих локомотива, которые ездят в разные стороны. По часовой против часовой, поэтому... Звездец.
Локомотив, вагон. На этот раз точно вагон. Вот прям точно вагон на этот раз. Так, на зеленую мы ставим еще один локомотив. Сюда фиолетовый. Давайте так. Вроде пока работает. Мы еще даже до 1500 не дошли, кстати. Это. Да ладно тебе. На. Поставлю на красный еще одного, пока что без вагончика, но просто чтобы немножечко сгрузить. Словами не описать, как я доволен. Еще одного другалька на красную запихну с вагончиком, пусть будет. Но потом надо будет как-то помогать фиолетовой. Просто на красный сейчас основная. На... Куда ты их столько скинул, придурок? Вот взял, закинул ему квадратных, на, говорит, вези отсюда. И этот сейчас транзитом через все, ну конечно. А мне нужно, наверное. Сейчас мне будут предлагать вагон или ветку. Я возьму вагон, а мне нужна ветка. Мне на самом деле и то сейчас не помешало бы. Так, забираем отсюда всех. Да, мне сейчас нужно что-то с фиолетовой делать. У меня фиолетовая становится очень перегружена. Локомотив, да, вот ветку давай, которая у нас пойдет через вот так вот она пойдет у нас. Почему через эту, через звезду нельзя больше выкинуть? Нельзя, чтобы больше, чем 4 станции проходило. Ну, перегруз на красный. Это печально, кстати. Но сейчас вот этот вот должен пойти и собрать. Он тут с вагончиком. Этот просто идет транзитом, он ничего не подбирает. Это вот вообще страшно. Ну вот теперь, да, он тут всех собрал. На фиолетовый. На фиолетовый у нас печаль. Я сейчас сниму один вагон и отдам его фиолетовой ветке. Потому что иначе там начнется полный коллапс. И сейчас вот тут надо будет всех забрать, а тут мне даже одного вагона не хватит, смотрите. Ладно, кругляшков мы сейчас всех сюда закинем. Давай собирай отсюда всех и со следующей тоже всех. Зеленую сюда. Желтый и красный. Проблема с желтый и красный. Угу. Красный опять перегружается. Ну, сейчас отсюда мы немножечко снимем, да? Да. Ну, я надеюсь, что да. Так, мне еще 200 человек надо раскидать. 200 человек звучит как не что-то страшное. Но все же. Мне очень сильно не хватает подвижного состава. Я уже вижу, где эти проблемы, но я ничего с этим не могу сделать. Локомотив, да, вагон, да. На фиолетовую линию еще один локомотив, на зеленый еще один вагон. Классно, уникальная станция, супер.
Собирайте, собирайте. Вон на фиолетовый соберите, блин, поедьте. Вы что делаете? Треугольников сейчас сюда сгрузи, заберись с той станции, все. Вон красный. Подгорает, да, но подгорает вроде пока что контролируемо, насколько это возможно. Так, секундочку. Так, желтый и зеленый, кстати. Это место, которого я не ожидал. Оно именно там сейчас. Вот попробую забрать, а тут немножко людей было бы неплохо. О, хорошо. Почти всех забрал. Вообще красавчик. Сейчас следом приедет зеленый маленький. Должен был подобрать. Так. 1000 прошли. Окей. Балансируем дальше. Нет. Дайте мне новую ветку. Сейчас, подождите. А, блин, на зеленый, смотрите, какой трындец. А на зеленый прям реально трэш творится. Да-да-да, я понимаю. Сейчас я жду воскресенья. Сейчас, ребят, подождите. Мне нужно вот этот двойной, чтобы подъехал поскорее, забрал. Я знаю. Я все знаю. Так, локомотив. Линия. Забирай отсюда всех нафиг. Есть, хорошо. Не всех, но тоже хорошо. А, мне бы сейчас вагончик бы, да, пригодился бы, но вагончика нету. Хотя бы пару человек отсюда забери. Блин, одного не добрал, одного! Ладно, сейчас зеленый будет ехать. Блин, а зеленому некуда будет загружать, он сейчас отсюда всех будет... Ох ты ж, ё. Вот эта станция сейчас лопнет, короче. Хотя нет. Ладно, не лопнет, ладно. Но фиолетовые вот тут сейчас начнут гореть. И, блин, вот сюда бы мне вагончик не помешал. Но, да. Ветка забита. На этой стороне у нас накопилось просто уже до черта. Так, красный. Красный придется снять одного, просто чтобы разгрузить туда, в ту сторону немножечко. Тут же у нас на красный сказалось, что там начались перегрузки, но, блин, там у нас, по идее, два локомотива. Давайте до воскресенья доживем, посмотрим. Если дадут локомотив с вагоном, меня это, скорее всего, спасет. Хотя я не знаю, что тут еще может спасти. Тут прям перегрузки жуткие везде. И не на одном месте, которое надо латать, а в принципе. Оно растет непропорционально. И подвижного состава очень сильно не хватает. Таким образом, что просто вот как-то так. Давайте сгружайте отсюда людей. Голубая моментально перегружена, смотри. То есть, реально. Да дай вагон, блин. Не, ну это нереально. Вот это сейчас лопнет. Фиолетовый, скорее всего, не... Хотя, может, и разгрузит. Он туда добавил, он молодец вообще, он пришел и... Ладно, он сгрузил немножечко. Ну, как офигенно.
Ну ладно, слушайте, за 1,5 штуки перевалило. Я понимаю, что сейчас уже очень трудно балансировать, но за 1,5 штуки перевалило, и это уже хороший результат. Это уже даже неплохой результат. Так что тут уже не стыдно проиграть. Посмотрим, где я буду. Я думаю, что я буду немножечко повыше половины. Опять же, не уверен, но я надеюсь на это. Вот та зеленая сверху может лопнуть сейчас. Туда, конечно, едет двойной, но, во-первых, он медленно едет. Во-вторых, что он там заберет и что он сгрузит, я не знаю. Фиолетовый он тоже начал лопаться. Блин, скорее просто забери оттуда людей. Фух. Чуть не проиграли, а то кружок уже успел закрыться полностью. Но я же говорю, что скорость поездов, кроме того, что их фактически банально не хватает, просто еще скорость поездов такая, что куда ты их сгрузил в таком количестве? Зачем тебе в 3 ряда? Ты что делаешь вообще? Блин, а как? А что? Не-не-не-не-не, это уже не контрится. По-моему, это уже просто не контрится. Воскресенье. Да, мне сейчас дадут, скорее всего, локомотив, но я не успею. Да, воскресенье, наш еще целый день прошел. Я не успею. Вот тут вот просто лопнет эта станция. Дай человеку вагон. Ну нет, сгрузи! Похоже, пока вагон находится на станции, ты не проигрываешь. Просто сейчас эту катку с того света вытащил, по-моему. Слушайте, может получится до 2 штук вытянуть? Давайте. Ну что, горят уже сколько? 6 станций, 7 станций горят. Нет, вот это все-таки лопнет, мне кажется. Она не успела откатиться, и она сейчас просто лопнет. Я ее не успею сгрузить никак, никуда и ни на что. Я до 2000 тоже не дотяну. Да, это же станция, которую мы вытащили, она сейчас и лопнет. Ладно, хорошо. Все равно достаточно прикольная катка. Пойдем посмотрим, где мы находимся с точки зрения статистики. Офигенно. То есть люди где-то за 2-300 уходили. Топ 30%. Красиво, красиво. Вот, слушайте, вот это, по-моему, было достаточно удачно. Поехали теперь в прохождение, посмотрим, что у нас там. Стокгольм. Осака. В Осаке мы это были. Так, остался у нас Стокгольм. И... Нет, подожди, а где у нас что еще было открыто? Каир у нас был открыт. Ну, Каир у нас далеко. Пойдемте пока что Стокгольм поиграем. Главное, синдром не подхватить. Поехали. Ага. Вы такие сразу, да, давайте. Минус 2 тонны. Да, нам их дали вначале 5. За это тоже спасибо. Но вот здесь будет прям интересно. Здесь мы не сможем крутить так, как хотим. По-моему, это будет трудно. Не уверен, но, по-моему, это будет трудно. На тебе треугольничек, чтобы туда через реку не ездить. Мы сходу вот так вот 3 тоннели и потратили. Безвыходно. Ну, поехали сюда наверх. Может быть, мы тут сможем оплыть поверху. Я не уверен, правда. Ну, посмотрим.
Сюда можно этот провести. Тут уже, кстати, будет не попроводить вот так вот линии куда и как захочешь, с любыми пересечениями и все, потому что тут фактически обстановка позволять не будет. С другой стороны, было бы, наверное, логично ожидать, что с какого-нибудь острова маленького, то ли там, у тебя не будет... какого-то дикого потока. И вот тут вот сверху станция нужна. Локомотив, вагон, конечно, давай. Черт, давай красную пока что продлим сюда. У меня остается последний тоннель. Если сейчас сверху получится синий перекинуть через пролив, то я... Вот, я про это же. Видите? Мы себе вернем один тоннель. Мы попробуем сразу через уникальные станции, чтобы нам не пришлось транзитов кидать. Мне кажется, на голубой надо запустить еще один. Катится голубой вагон, да? Ну. Отлично. Мы можем? Можем. Неприятно, кстати, огромный длинный перегон, но можем. Ничего не поделать. На тебе вагончик, загружай туда всех и тащи. У нас, как обычно, запас не очень. Прям сходу они, кстати, начали нагружать так неплохо. Круглая, конечно, круглая. Давайте, чтобы вот тут у нас заторы создавались из пассажиров, которых нужно сюда вывозить, и тащить аж туда, в середину, которых мы разгрузить не можем. Ну, отлично же. И там круглая, да? Пока что ситуация такая себе скапливается, ну ладно. Она неприятная, но не критична, поэтому давайте вагончика еще подберем себе. И чисто теоретически ты можешь себе сделать одинаковые две дублированные линии, просто по которым будут ездить в два раза больше поездов. Это не логично, но... Ну, черт побери, а почему бы не попробовать? Давайте напишите, что вы про это думаете. Давайте в следующий раз попробуем такую тактику, где у нас не будет сильно много вот этих вот мостов, тоннелей, чтобы мы могли... Попробуем вот так сейчас сделать. Мне интересно теперь стало, насколько это будет рабочая тактика. Ну, блин, ну какая перегрузка? Ну о чем ты? Окстись, дружище. Возьми! Фигов вагон. Нет, не-не-не-не, если мы сейчас продуем, это будет эпично. По-моему, это просто... За гранью добра и зла. Смотри, он забрал, он переполнен. Сейчас у него осталось одно место. Он заберет одно... Серьезно, мы сейчас проиграем. Зырь, зырь, зырь. Этот не успеет приехать. Давайте заново. Начать заново. Да. Так, на этот раз нам немножечко по-другому сгенерировало...
Офигеть. Ну, это просто как-то за гранью добра и зла. Надо. Я видел, что это проблема, но я не подозревал, что эта проблема так быстро порвет нам игру. Ладно, давайте попробуем по-нормальному. Общем, да, самая большая проблема это скорость поездов по длинным веткам. Скорость поездов, она иногда играет злую шутку, потому что пока он доедет до конца, пока он проедет 4 станции, пока он приедет туда, и все. И все, и вообще все. У нас квадрат на острове, это вообще ни разу не смешно. Дайте квадрат, чтобы здесь где-то было внизу или вверху еще. Не треугольник, квадрат, спасибо. Не, если придется, я зеленую туда потащу на остров. Мне как бы да, безвыходно, но пока что хотелось бы. Чтобы игра была более благоразумна. Далее круглую станцию, да. По крайней мере, прямо на линии. Локомотивчик и туннели, да, давай. Туннели или тоннели или тюннели, они явно лишними не будут, учитывая, какая у нас тут местность. Знаешь что? Это сейчас, опять же, очень неблагоприятная ситуация, потому что на зеленой линии у нас все пересадки на квадрат будут происходить через одну станцию. Это неприятно, это неприемлемо, но у меня пока что выхода нету. А, да, давайте еще уникальную станцию сделаем, ну, в самом-то деле. Прикиньте, красным придется добираться с двумя пересадками сюда. Или нет? Или мы можем сделать вот так. А тут продолжают треугольники пихать. Ну, конечно, да. Мне не нравится пока, как оно все выглядит, но у меня нет какого-то способа, чтобы я мог это исправить. Конечно же. Ну, конечно же. А теперь второй локомотив. Живи себе спокойно. Игра нас очень не любит. Прям очень. Прям сильно. Мне кажется, на таких картах нужно давать больше бонусов. То есть, помните, там, где у нас был скоростной поезд или вместо него два обычных поезда? Дайте здесь, ну, там, допустим, две вещи на выбор. О, а квадрат, спасибо, да. Локомотив, да? Опять же, вагоны, не обойдешься. Вагоны тебе явно не надо. Тогда давайте вот так. Вот. И, наверное,
И, наверное, надо будет еще все-таки третий локомотив на зеленую запихать, потому что красная, я допустил локомотив, но он на самом деле не перегружен. Зато теперь на каждой станции есть доступ к квадрату, на каждой станции есть доступ к плюсу, по идее, рабочий вариант. Посмотрим. Спасибо тебе огромное. Офигенно. Ладно, теперь это оправдывает, почему я красному дал второй локомотив. Ну, хоть как-то. Все равно не нравится. Я не знаю, что с этой картой не так, но она прям вот... Ну, она ужасно выглядит. Треугольник. Ну, давай треугольник. Давайте скорее воскресенье лучше, а не треугольник. Зачем ты обратно по этому же поехал? Как ты... Так, ладно. По крайней мере, все пока отовсюду везде забирают. Хорошо. Хорошо. Мне нужна, наверное, линия бы сейчас на самом-то деле. Было бы неплохо. Вот тут поверху такая. Хотя... Я не знаю даже, как ее по-человечески пустить, чтобы она забирала все. Сейчас посмотрим, что нам предложат, а то... И предложить-то могут так, чтобы... Так, локомотив... Вот видите, линия даже не предусматривается никак. Переход я не буду сейчас брать, я возьму еще два тоннеля, потому что они лишними не будут. Они мне помогут разгрузить где-то какие-то станции, если я смогу провести туда лишнюю линию, с той, которая у меня есть, но... Куда мне нужен лишний локомотив? На зеленую или на красную? И там выглядит напряжненько на самом деле. А, ну конечно же. Ну конечно же. Там нам еще не хватало станции, да? Мне кажется, зеленую надо спасать. Ну, сейчас посмотрим. Завала там пока что нету, но я, наверное, не хотел бы ждать, пока там будет завал. Учитывая, как она перегружена уже. Фиг с тобой. Золотая рыбка, давай. Проблема в том, что мне нужен квадрат, который едет только в определенную сторону. Сейчас будет... Не заб... Ладно, забирай треугольники. Фиг с тобой, забирай треугольники. Тебе будет куда их высадить. У нас левая часть зеленой линии полностью треугольная. Это фигово, потому что туда заезжают поезда в одну сторону, ничего не забирают, а в другую сторону они должны вывозить все. Ну а как это сделать? Будем посмотреть. Ах, самые поездатые поезда. И как-то мы даже до 400 еще не дошли. А как тут 1000 вывести, если сейчас уже начинается напряги? Опять же, повторюсь, мне кажется, игра очень непропорционально выделяет... линию, да, пожалуйста. Очень непропорционально выделяет составы. Ну, блин, так нельзя. Давай мы сделаем... Вот так, так. Так. Так, так, так и вот так. А это вот сюда.
Также мне, знаете, что интересно? Вот тот фактор, что я добавил на определенную станцию линию, стала ли она от этого более оживленной? То есть, прикиньте, вот есть одна станция, и там появляется, ну, грубо говоря, там один пассажир в 10 секунд. Если провести через эту же станцию две линии, там будет появляться два пассажира в 10 секунд, или все так же, один пассажир в 10 секунд. Вот эта штука меня на самом деле интересует. Не делаю ли я себе хуже тем, что я закидываю определенное количество линий на одну и ту же станцию, типа для того, чтобы вывести оттуда больше пассажиров, а возможно я делаю наоборот, что просто пассажиров становится больше на той же станции. Так что сейчас вдруг окажется, я себе в ногу стреляю этим самым. Так, SL Access. 500 пассажиров в Стокгольме. Вот этот цвет, кстати, новой линии, которую мы сейчас взяли, она как это называется? Вареная фасоль? Так она вроде называется. Так, вот это вот ни разу не красиво. Это вот нужно убрать. Что у меня там единственная голубая станция, которая была не продублирована, и она начала перегружаться просто какими-то темпами страшными. Так, воскресенье, давайте локомотив. Мне красную линию надо выручать срочно. Она у меня уже, оказывается, перевалена, перегружена. Там сейчас прям плохо будет. Дайте локомотив и вагон. Блин, послушали меня, прикинь. Послушали меня? Это как вообще? Игра меня послушала? Такое бывает? Это вообще законно? Опять же, вот эта вот бежевая линия, она более-менее дублирована, поэтому на ней и одного локомотива вроде как хватает, потому что он перекрывает те потребности, там только одна станция, которая конечная, и то... Ну, блин, ну туда все равно придется рано или поздно закинуть локомотив, тоже еще один. Здрасте. Такси. У меня еще два. Надо, ты держи, вот сюда пойдешь, и туда надо будет, да, закидывать сейчас в четверг уже, в воскресенье, наверное, надо будет туда, или на зеленую. На зеленую у меня два всего лишь ездят? Нет, на зеленый три, все, хорошо. Три для такой линии, это, конечно, маловато, но они пока что справляются, ну, в смысле, три, без вагонов, без ничего, просто три. Я же говорю, опять же, они справляются вроде как, так что живите пока что. У нас Ромбик, уникальная станция на острове, но опять же тут две линии идет из четырех. Не идеально, но и не ужасно. Пока что все выглядит более-менее по-человечески. Не то чтобы, не-не-не, то что я в начале этой катки говорил, что в начале этой карты говорил, что мне она не нравится, все так же самое, она мне продолжает не нравиться, но по крайней мере сейчас я вижу какой-то свет в конце туннеля, потому что кроме, вот это же не делик, это же именно прохождение, на прохождение нам 1000 человек нужна не для самоуспокоения, нам 1000 человек нужна для того, чтобы просто пройти дальше физически, поэтому улыбаемся и пашем. Так, локомотив и вагончик, пожалуйста, наверное. И локомотив мы кинем сюда. Это сейчас треугольником загрузится. В принципе, нормально. Вагончик пока что придержу для тушения пожаров. Посмотрим. Оно выглядит сейчас все стрёмненько, но... Ну да. Вот он, этот пожар, который мне надо потушить. Смотрите, видите? С трех треугольных станций он мне начинает загружать... И вот, полный локомотив с полным прицепом, блин.
Возможно, мне стоит левую часть зеленой ветки, вот ту, которая внизу, закинуть через берег наверх. Я просто опасаюсь, что она мне понадобится где-то вниз еще или что-то такое. Можно, кстати, мне по голубой до сих пор только один ездит. Да. Но на голубой все станции дублированы, так что, в принципе, логично. У нас пятница. Сейчас доживаем до конца недели и уже смотрим, что будем делать. Так, так, так. С зеленым тоже не очень хорошо живется в этом мире. Ну вот, что там у нас 4 круглых станции на конечной, с которых придется сгребать совочком все вот эти вот пассажиров, как-то везти их обратно. Там и треугольники, и все, что хочешь. Но, по крайней мере, он туда заезжает пустым, смотрите. Что уже приятно. И вот смотрите, сейчас он начинает загребать оттуда треугольников и квадратов. Треугольников и квадратов. Хопа, хопа. И на четвертую станцию ему уже не хватает. На четвертую станцию ему уже не хватит. Туда уже пойдет вот этот единичка локомотив, который... Потому что вот он забрал отсюда 2, 3, 4 человека и все, и ушел. Так, локомотив и вагон. Еще 2 тоннеля у меня есть. Я видите, я же говорил, что внизу появится станция, нам придется... С другой стороны, теперь вниз можно будет свозить кругляшей, которых их вон на треугольных станциях полно. Их надо было куда-то вывозить, девать, они там только на четвертой станции выходили. Сейчас их можно будет вниз всех свести. Отлично. Like a charm. Давайте тогда... Зеленому вот здесь вот вагончик дадим, что ему придется забирать отсюда людей. Блин, там вагончик, кстати, может и не помочь. Нам, возможно, понадобится и... Ага, тут еще кругляшок. Там, возможно, понадобится еще 4-й локомотив. Потому что, видите, он запихался полный, и вот тут у него уже не хватает. Давай, забирай отсюда всех. Начинаются первые перегрузки. Но они начались относительно вовремя, спустя 1000. 1000 мы уже накопили. В принципе, нормально живем. Да, видите, на зеленом у нас просто кошмар творится. Оно не вывозит. Слишком много. У нас зеленая линия тут самая оживленная. Там у нас раз, два, три, ёпарасты, сколько там станций. На тебя еще один кругляшок сюда. Наверное, знаете что? Зеленую сюда вот через мост закинем, чтобы он хотя бы треугольников в эту сторону мог свозить. Потому что иначе... А мы, по-моему, уже сейчас просто лопнем. Ох ты ж, спасибо. А, я не могу туда 4-й локомотив кинуть, офигенно. Едь быстрее, пожалуйста. Локомотив, вагон. Да, он просто 4 станции, он не успеет сюда приехать, всех забрать, ну... И тут наши полномочия все, видите? Вот, то есть сейчас станция лопнет не потому, что... Не успел, именно потому что я не успел. Да, хорошо, хотел сказать, не по той причине, а по другой. Но потому что просто очень много людей копилось именно в этом уголке. Кстати, надо будет проанализировать эту вещь, как скопление определенных масс людских на определенных станциях и посмотреть, как это работает. Короче, сейчас, спустя сколько месяцев игры, мы наконец-то начинаем доходить до каких-то базовых истин. Ладно, ребятушки. Спасибо еще раз за комменты, спасибо, что приходите, сидите, вместе поиграть всегда поинтереснее, надеюсь, что и дальше будете приходить, пока что спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, всем ладушек, всем покеда.